депутат парламента Армении, от фракции «Честь имею», Анам Кырчян, процитировала сегодня в парламенте 9-й пункт заявления от 10 ноября 2020 года. Об этом сообщают армянские СМИ. Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской республики и Нахичеванской автономной республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России. Сейчас возникает вопрос, что это, если не коридор длинный в несколько километров? Заявила депутат. Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что политической силе, которую представляет задавший вопрос депутат, нужно определиться в одном вопросе. Сама ли она комментирует текст или представляет чужой комментарий, выдавая за свой? Прежде всего, если читаете этот пункт, то заметьте, что написано. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Во-вторых, контроль над разблокированием транспортных коммуникаций осуществляют органы пограничной службы ФСБ России. Вы хотите получить ответ, есть ли у нас договоренность о коридоре или нет? Или вы хотите, чтобы у нас была договоренность о коридоре? Если вы хотите этого, то это другой вопрос. Армения заинтересована в открытии всех дорог. Да, мы готовы и заинтересованы в открытии всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе в том контексте, что западные районы Азербайджана должны получить железнодорожную и автомобильную связь с Нахчеванской автономной республикой, а Армения по территории Азербайджана получит связь с Ираном и Россией, сказал премьер. По его словам, то, что предложено, полностью соответствует интересам Армении. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.